Эрик Айнард. Американец. Произвел очень приятное впечатление своим предыдущим прыжком на 2.22. Ну, приятно, в первую очередь, в техническом отношении. Понравилось, как был готов. Посмотрим. Теперь уже на более серьезном рубеже. Насколько красота его прыжка сохранится. Так, у Эрика Кайнарда у нас что получается в этом сезоне? 2.37, это же его личный рекорд. Да, он и раньше так прыгал, так что он просто повторил в этом сезоне. То есть он сумел выйти на свою лучшую форму.